Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали Евангелие, притчу Евангелия о том, как некий господин решил взять долги с тех, кто ему должен. Одного приглашают, вот прости, потерпи, не могу отдать, ну ладно. Другого приглашают, тот тоже, прости, потерпи, подожди, не могу отдать, ну ладно, прощаю, всем прощаю. Третьего, тот тоже, прости, извини, и он его простил, долги. Этот третий пошел к тому, кто должен ему, и начал выколачивать с него. И мало того, выколачивать не только так морально, но и обратился к органам власти, его посадили в темницу до тех пор, пока долг не вернет. Естественно, его друзья узнали и пошли пожаловаться господину. Он его вызвал, говорит, я тебе весь долг простил. Почему ты малый долг простить не можешь? Это относится к нам с вами. И как в плане реальных долгов, то есть экономических, финансовых, так и в плане других долгов. Мы все перед Богом должники. И можно эту притчу сказать, а можно молитву «Отче наш» прочесть. Там есть одна буквально фраза. «И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником наших». То есть и нам прости долги наши, как мы прощаем другим. Так вот, каждый день в эту молитву читаем. А прощаем ли мы другим? Уже то, что мы людей осуждаем, значит, грехи не прощаем. То, что мне можно, тебе нельзя, тоже грехи не прощаем. Очень часто в семье, в семейных вопросах. Оказывается, очень часто такое сталкиваться. Жене этот грех можно, мужу нельзя. А почему? Ну, я по незнанию этого, а он ему нельзя. Часто приходится не сталкиваться. Так, ну, не хочу там всех жену судить, наверное, мужа такие бывают. То есть, мне можно, тебе нельзя. Так? Значит, как мы прощаем, так нам Бог простит. Если мы не можем другим простить, значит, нам Бог тоже не простит. Но сталкиваемся мы очень часто с таким моментом. Нас обидели, мы обиделись, потом вроде отошли, простили, а обида сидит. И не знаем, что с ней делать, приходим на исповедь, но я простил, а обида сидит. Естественно, она сидит. Только единственное, что надо понять, это уже не моя обида, это дьявольская обида. Он мне подсовывает свою обиду, чтобы я перепутал, где я, где он. Я вот частенько говорю про мысли и помыслы. Ведь почти все мысли к нам в голову лезут. Все, что ко мне приходит и лезет, это не мое, это дьявол, пока он мне воскрутится под меня. Точно так же он чувство подсовывает. Чувство злости, чувство обиды, чувство гордыни, чувство уныния, отчаяния, тоски, депрессии, блудные там чувства и прочее. Так вот, и опять он хитрый. Когда он нам подсовывает блудные чувства, он нам еще другую идею забит. Это гормоны. А я уже говорил, что гормоны на это не влияют. То есть страсть, а гормон – гормон. А дьявол под гормоны, да, страсть закидывает. И пример проводил, что у животных гормонов выделяется больше, чем у нас. А слушай, кто раз в год, кто 4 раза в год, только одни мы. Значит, не в гормонах дело, а в страстях. Точно так же дьявол нам подсовывает страсть обиды. То есть, если бы простили, мы сделали самое главное. То, что она сидит, это уже дьявол не пихает. На, обидься, еще обижайся. Он тебе плохо сделал, там она тебе плохо сделала. Обижайся. Мы должны это игнорировать. Надо понять, что это не мое. И как только мы осознаем, поймем, что это не мое, что это не я обижаюсь. Меня дьявол пытается заставить обидеться. Все, обиду уходит. Потому что мы простили, это самое главное. А мы как раз очень часто набралось на силу воли, простили. Все, да, простили, даже покаялись, потому что обижались. А вот с этой вот обидой, которую дьявол пихает на стырку, обижайся. Так? Мы считаем, что это моя обида, что я ничего с собой не могу поделать. Это дьявол, мы должны ее игнорировать. Тогда быстро уйдет. Но я еще о других долгах скажу. Мы все в долгу перед Богом. Мы все созданы Богом. И все, что мы имеем, все наши таланты, дары и прочее, это не наше, а Божие. А как мы себя ведем? Я умный, я лучше знаю. Нет, ты не понимаешь. Будем доказывать, спорить, навязывать, выколачивать. Я ж прав, но я лучше, у меня аргументы есть, у меня все есть. Даже опять не хочу того понять, что аргументы-то мне лезут в голову.
И доказательство голову лезет, опять дьявол подсовывает. Так? Но, опять, я умный. А кто мне ум дал? Господь Бог. И опять, сегодня я умный, да лучше. А сейчас опять несут, и дурачок. И все. И где мои мозги? Так, сейчас сильный, и все остальное. Инфаркт, и все. И т.д. и т.п. И очень часто, опять мы всем умными, там все красивыми, еще кем-то, чем-то, случается беда. И значит, многие все в унынии, в отчаянии, депрессии, не знаю, что делать. Ну и где же наш ум? Где же наши какие-то качества, которыми мы гордились? Мы, оказывается, даже чепуху не способны преодолеть. Пришла маленькая беда, и все, многие засуетились, рассеялись, в унынии, в депрессию, слезы, кто куда, не знаю, что делать. Почему? Потому что мы то, что Бог нам дал, считаем своим. А если вы понимали, что все мои качества – это Божьи, и я их только оскверняю грехами, оскверняю, пачкаю, тогда у нас было правильное отношение к происходящему. И то есть случилось какая-то проблема, беда, несчастье, еще скорбь какая-то, вы понимали. Во-первых, я сам заработал скорбь, и Бог мне помог. И если я это понимаю, мне Бог поможет ее преодолеть. Бог поможет, и Бог помогает. Если я не этого хочу понять, а вот я такой великий, умный, и мне вдруг раз не повезло, ну как, да что, да почему, да где справедливость, да вот люди такие нехорошие, меня никто не понимает, а некоторые даже на Бога обижаются. А на самом деле просто мы неправильно относимся. Все, что мы имеем, это не наше, Божье. И Бог с нас спросит, как мы этим пользовались. Спросит, еще и как спросит. И что мы Богу скажем? Что всю жизнь слушали дьявола, то есть помыслы, которые к нам приходят и лезут. Чувства, которые садят беса, которые тоже к нам лезут. Так, что то, что Божье, считали своим, а что украли. Вместо того, чтобы Бога благодарить, чтобы дал. Так, и неправильно использовали. Поэтому об этом можно говорить много и долго. Но еще раз напомню слова молитвы «Отче наш» и оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. То есть прости нам наши долги, как мы прощаем. Поэтому, чтобы нас прощал, простил Бог, мы должны быть прощать. Чтобы нам Бог простил все, мы не должны ни осуждать, ни превозноситься. Потому что это тоже не прощение. То есть, когда я осуждаю, значит, я служу. Когда я кого-то обвиняю, опять я служу. А Бог сказал, суд у Отца. Даже не у Бога Сына, а у Бога Отца. А мы беремся больше Бога Отца, как если судим кого-то. Это уже очень плохо. Так вот, поэтому мы должны именно понимать, что да, ну есть вот какие-то грехи, у меня-то еще больше. У него в этом, а у меня в этом. Так? Только он попался, или там она попалась, она говорит, а у меня в душе, и я не показываю, и гораздо больше. Мы об этом забываем. И очень часто мы еще будем обсуждать людей те греха, которые грешны сами, но в чем не попались. Так? Это очень часто так случается в нашей жизни. Поэтому, я еще раз прошу помнить о нынешнем Евангелии, что Бог с нас просит не о том, сколько мы грехов сделали, а как мы других прощали. Аминь. Сегодня вечером акафист, завтра утром богослужение в 9 часов, исповедь полдевятого, завтра вечером седошная, изнесение честных древ креста, то есть вынос креста завтра. Во вторник литургия и начало поста Успенского. И во вторник освящение меда. Так что носите мед освящение. Праздник у вас.